Ну что ж, снова всем привет и всем любителям гонок и дёрт-ралли. Ну, теперь у нас последний спецучасток Финляндии и последняя трасса гонок с 70-го года, если я правильно помню. Так, давайте пройдем ее и поднимемся в В-классе. Ой, ой. Что-то я проспал. На 4 длинный, через трамплин, не резко. 80 трамплин, подброс, лево 6. Кстати, мне для того, чтобы занять второе место, мне нужно обогнать LCMC на 4 секунды всего лишь. То есть даже с учетом провальной моей гонки, там, где с отставанием в 20 секунд, или там, ну да, 20 секунд у меня было отставание, вполне могу даже ворваться в двойку. Так что не все так плохо, как кажется. Ой, столб. А вот и столб. Или все-таки плохо кажется. Ладно, погнали заново. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Лево 6 через столб до перекрестка. 100 через мост. 2 коротких трамплина. 60. До перекрестка. Право 6 на 4 длинный. Через трамплин. Не резко. 80 трамплин. Подброс. Лево 6. 60. Внимание. Лево 3. Через трамплин. Трамплин, возможен прыжок. Яма правая, 6 на 4, через трамплин, прыжок. Широко, длиной стол. Подброс, трамплин. 80, через яму трамплин, возможен прыжок. 40, до перекрестка. Лево 4, через трамплин, прыжок. Трамплин, 130. Право 6. Право 3, через трамплин. Невеса, широко, длинный, трамплин, на трамплин, возможен прыжок. Лево 5 длинный. Через трамплин возможен прыжок. Трамплин до перекрестка. 40. Опасно. Право 4. Через трамплин прыжок. 60. До перекрестка. Лево 4 полудлинный. Через трамплин. На трамплин 60. Право 4. Через трамплин. 100. До перекрестка. Опасно. Право 4. Через трамплин возможен прыжок. Подброс. 40. Трамплин возможен прыжок. На подброс. Лево 6. Через трамплин возможен прыжок. 150 через подброс. Сложнее это 5. Через яму трамплин 60. Право 5. Через трамплин возможен прыжок. Широко, длиной 100. Держись правее, через трамплин прыжок. Прямо через трамплин и трамплин прыжок. 60. Вдоль перекрестка. Держись правее, через длинный трамплин. Опасно. Право 5 длинный. Вдоль перекрестка усложняется 3. Не резко. Трамплин 80. Вдоль перекрестка. Левый 4 на 3. Через трамплин не резко. 60. Право 4. Продолжай. Через трамплин широко и усложняет. 40. Лево 5. Полудлинный. Не резко. Вдоль перекрестка. 80. Держись по центру. Через трамплин. Прыжок. 80. Вдоль перекрестка. Лево 5. Длинный. Широко. Через трамплин. Вдоль перекрестка. 40. Лево 5, через трамплин прыжок, не резать. Короткий трамплин прыжок. Держись по центру, через трамплин прыжок 180, до перекрестка. 4, 3, 2, 1, старт. Лево 6, через стоп, до перекрестка, 100, через мост. 2 коротких трамплина, 60, до перекрестка. Право 6, на 4, длинный, через трамплин, не резать. 80, трамплин, подброс. Лево 6, 60. Внимание, лево 3, через трамплин. Не резать. Трамплин, возможен прыжок. Яма правая, 6 на 4, через трамплин, прыжок. Широко, длиной 100. Подброс, трамплин. 80, через яму трамплин, возможен прыжок. 40, до перекрестка. Лево 4, через трамплин, прыжок. Трамплин, 130. Право 6. Право 3, через трамплин. Невеса, широко длинный. Трамплин на трамплин, возможно прыжок. Лево 5 длинный, через трамплин возможен прыжок. Трамплин до перекрестка, 40. Опасно, право 4, через трамплин прыжок. 60, до перекрестка. Лево 4, полудлинный, через трамплин на трамплин, 60. Право 4, через трамплин. Еще каким-то образом тут время так выигрываю много. Опасно, право 4, 2 секунды. Прыжок, подброс.
Я, конечно, понимаю то, что я сейчас дальше при это время продую, но все равно. Вы сами видели то, как сильно я тормозил на трассе, то есть, ну, на газ не нажимал. Ну, вот странно, что я всего лишь полторы секунды проигрываю. Кажется, там можно было намного быстрее проехать. Ладно, главное не врезаться ни во что и доехать там 5-10 секунд с отставанием. Хочется второе место занять просто. Четыре секунды стою. Это нормально, на самом деле. Я вполне вот даже понимаю, почему. Лево 6, держись по центру, через трамплин прыжок. Лево 5. Там я отрубила почему-то. Держись по центру. Рано батарейка полная была. Почему отрубила, я не знаю. Тарян кто смотрит. 4, длинный, через трамплин не резан. 40. Левый 6 на 4, через трамплин. 60. Правый 6 на 3, усложняет. Камера реально, то есть у меня работала совсем немного. Ну, сколько, ну, часик максимум, если не меньше. Ай-яй-яй-яй. Ну давай, блин. Наконец. 10 секунд снова. Ну, 3 минуты ровно, что сказать. Альт МС я не выиграл, к сожалению. Ну ладно, плевать. 100 через мост. 2 коротких трамплина. 60. Печально, конечно, то, что я все равно не выиграл. Если честно, я пытался. Но что-то пошло не так, особенно в конце. Хотя, если честно, я надеялся, то, что отставание между мной и LMSHMC будет, ну, секунд 15. А он, скотина, хорошо проехал.
5. Нифига там машина на дыбы встала. Сами видите, то, как я медленно еду. Это, конечно, смешно. Какой поворот так медленно. Ну, блин, на самом деле, тут даже не только дорога мешает с ее кочками, но и деревья. Из-за деревьев я тупо не вижу, насколько крутой поворот. А чем Германия и Греция легкие, это тем, что они банально, как называется, там видно, куда ты едешь. Ну что ж, давайте посмотрим общий результат. У нас получается 68 тысяч, ну, понятное дело, то, что я меньше. Но, тем не менее, первое место 119 очков, 105 очков и 99 очков у Альшемси. Странно, что француз, кстати, занял всего лишь 5 место. А, он, походу, вылетел. Понятно. Я и думаю, что не так. Понятно. Да. И ачивка, а твоя мама знает, 1970-й. И вы выиграли кубок чемпионата и переходите в чемпионат профи. Что ж, будет там намного все жестче, так понимаю. Что ж, на этом все. Всем спасибо, кто посмотрел эту серию роликов. Ну и до встречи, всем пока.